Кадровые перестановки грядут в правительстве региона. Свой пост покидает заместитель председателя Мария Пантелейчук. Ее место губернатор Андрей Никитин предложил занять министру спорта Елене Кирилловой. Информацию сегодня на еженедельном брифинге прокомментировал официальный представитель правительства области Иван Сизов. С завтрашнего дня министр спорта и молодежной политики Елена Кирилова займет кресло заместителя председателя правительства Новгородской области. Она будет курировать спорт, культуру, комитет ЗАГС и работу мировых судей. Сегодня утром состоялась двусторонняя встреча с губернатором Андреем Никитиным. Елена Кирилова обозначила курс работы в новой должности. Первым делом необходимо привлечь федеральные средства в область и начать реализовывать национальные проекты, направленные на развитие спорта и культуры. Также в планах создать культурную карту области и выбрать основные направления развития каждого района. Исполнять обязанности Елены Кирилловой до момента назначения нового министра спорта будет нынешний заместитель Кристина Михайлова. У нас Министерство спорта очень хорошо работало в последнее время. То есть Елена Кирилова как министр проявила себя на высоком уровне, в том числе и в работе с федеральными структурами. Сейчас она продолжит эту работу уже в должности зампредседателя правительства. Елена Кирилова займет место Марии Пантелейчук. Она, в свою очередь, по просьбе губернатора создаст и возглавит архивную службу региона, которая займется оцифровкой и хранением исторических документов.